Мишка качается. В двух смыслах. И на веревке качается. И сам мышцу качает. Любимое занятие у Михаила. Короче, ребенка Мишу можно выпустить с дома в сад и оставить на час, на полтора, на два. И, то есть и не бояться, что он куда-то пойдет там гонять кур, либо индюков, там он любит поохотиться, есть у него в крови. Вот он будет вот этим вот любимым своим делом заниматься, вот будет висеть и все. Такой парень любит вот повисеть. Всем привет, бульдоги на связи. Рано утром идем с Мишей на почту. Миша, тихонечко, не лети. Надо забрать посылку, зайти там к товарищу, взять лазерный уровень, молока взять. Пошли дальней дорогой, но в теньке, больше тенька. Сейчас поля засеяны, трава высокая, там что там посеяно, кукуруза, не пройти. Так что пойдем по окружному пути. Мишу не спускаю с поводка, потому что жарко очень. Пусть спокойным шагом. Пойдем мы. Миша! Че тянем? Миша! Ну-ка не тяни. Так вот, с поводка не спускаю, потому что жарко. Сейчас, а он же спокойно не может идти. Ему ж надо выбегаться, набегаться. Потом только спокойно будет. А так спокойненьким шагом пойдем, полезно. Вспомним, что такое поводок. А то Мишаня забыл, что такое поводок. Куда мы тянем? Миша, ко мне. Миша, ко мне. Миша, ко мне. С третьего раза надо. Видите? Забываем, как мы все. А в одни слепни облепили. Миша, стой. Миша. А в один на носу, да, я его хлопну. Стой. Ну, Миша. Стой, Миша, а в один на носу. О! Все, Миша, он не будет тебя больше кусать. Большое охотится над полем. Жарко. Если бы не было ветра, то было бы вообще крышка, короче. Мишаня, ты рвешься в бой? Вон и так дышишь от этой жары. Сейчас пойдем в тенек, будем ходить в лес, Миша. О, смотри, какой здоровый.
Миша, здесь не так жарко уже. Вчера Марина сюда ходила с Жоником. Думала, лисички будут. Ничего не нашли, нету лисичек. Говорит, зато черники чуть поела. Птички поют. Миша, слышишь птичек? Где птички? Мишань, где птички? Тут ты, красавчик. Шарапов, когда шрам заживет? Дырка маленькая. С Жоником сцепились чуть-чуть. Ну, давно уже. Мониторит собака, идет, папку охраняет. Опять сейчас, Миша, солнце будет. Придется потерпеть. Далеко надо вон туда нам идти. А потом еще. Ну, Миша. Короче, Мишаня, еще 2 км. Чуть больше. По санцепеку. Миша, коровы там. Миша коров увидел. Что, Мишка, интересно? А в один, да? Чё за жопу не укусил? Ну пойдем, пойдем, пойдем. Мы решили на работу зайти, котельную. Там мне надо кое-что взять. И Миша заодно остынет. И я остыну, перекурю. Вообще, тут на асфальте жесть какая-то. Сейчас водички Мишке нальем. Миша курицу уже увидел. Охотник. Миша, нельзя. Нельзя. А здесь собака должна быть, помню. Миша, нет. Помнишь, помнишь, да. Открыто, закрыто. Сейчас посмотрим. О, ничего себе, тут Саня что-то напилил.
Вон, он уже знает, короче. Пошли. Пойдем. Вот так вот, кто-то тут есть все-таки. Да, Мишаня, пришли на родную работу. Мишане понравилось, он хвостиком завилял сразу. Пойдем. О, как здесь хорошо, прохладно. Пойдем, Миш. Сейчас водички тебе дам попить. Мишка, вот, охладись. Где воды попить? Откуда у вас золотые доспехи? Здорово. Миш! Мишка, привет! Привет, Мишка! Идем обратно уже с Мишей. Жарко, очень жарко. Ну, нам чуть-чуть уже осталось дойти, забрали посылку. Уровень лазерный забрали. Молока взяли. 5 литров. Собакам. Что, Мишаня? Жарковато, да? Лисичек нет. Земляника есть. Миша пошел в траву. В туалет, наверное. Да, на природе лучше пусть ходит, чем дома. Миша, мы уже пришли, а ты за птичками охотишься. Пойдем. Пойдем воду пить. Птичку услышал какую-то. А мы уже почти у дома. 20 метров. Ну, 50. Миша, ползи быстрей. Ну, шевели поршнями. Не тебе одному жарко. Так, все, ребята, мы дома. Миша осмотрен на клещей, попил воды, пошел домой. Так, это я взял попользоваться. Лазерный уровень. Надо мне. И посылка, собственно. Вот посылка. Такие карабины, 4 штуки. Нормальные такие карабины, и денег стоит нормально. И 40 метров вот такой вот веревочки для альпинистов. Это для КРС. В принципе, ну что, такой жарой ничего делать невозможно.
Сколько у нас под крышей? 35-34 примерно. Ну, под крышей здесь всегда как бы душно, значит 32 есть по-любому. Пойду монтировать видео. О, Брайсуха вышел. Что такое? Ты пришел, тебе надо все понюхать. Брайса ноготь треснул на лапе, сейчас лечим его. Нормально так треснул конкретно. Покажи лапку. Садись, садись. Покажи мне лапку. Покажи мне лапку. Дай лапку. Вот, молодец. Вот ноготь у нас треснул. Лечим. Обрезать пока не дает. Ну все, ребята. Пойдем монтировать видео. Иди, иди посмотри, кто там. Посмотри, иди, кто там. Иди, иди проверь. Проверь, проверь.